Дорогие наши друзья, сегодня рано утром к нам пришла очень ужасная новость, которая уже опубликована на одном из российских сайтов. Мы одни из первых, которые сообщаем вам об этом. Скоро об этом узнает вся страна, так как эта новость набирает большие обороты на просторах интернета. Я надеюсь, все из вас помнят и любят российскую актрису Елену Сафонову. Многие из вас являются большими фанатами этой актрисы. Сегодня о ней сообщили ужасную новость. Как сообщают, буквально несколько дней назад российские медики обнаружили у российской актрисы Елены Сафоновой тяжелое заболевание. На время лечения актриса заявила о том, что она приостанавливает свою карьеру и больше пока сниматься в фильмах не будет. Также сказано, что ей придется уехать за границу, чтобы начать длительное лечение от этой болезни, так как наши медики еще не научились лечиться от такой болезни. Мы будем надеяться, что с Еленой Сафоновой все будет хорошо. Давайте, друзья, поддержим Елену Сафонову. Мы будем следить за развитием событий и этой трагедии. Как только нам что-то станет известно, мы сразу же об этом расскажем вам. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Следите за нашими новостями и не пропускайте выпуски, которые выходят на нашем канале каждое утро. До скорой встречи, дорогие наши зрители.